Всем доброе утро. Кстати, вот почему мы говорим только о постельном белье, но важно же еще, в чем ты спишь. Ты в чем спишь? Не только в чем ты спишь, а в чем ты бодрствуешь, да. Разгуливаешь себя по дому. Пижамки, честно, да. Я предпочитаю спать. Понятно. Без всего. И вот об этом мы сегодня поговорим с Анной Водопьяновой, стилист, руководитель собственной школы стиля. Анна, доброе утро. Доброе стильное. Доброе стильное. Доброе утро. Стильное. Да. Анна, расскажите, какой должна быть одежда для дома? Ну, прежде всего, я как стилист, что могу ответить? Одежда для дома тоже должна быть стильной, но... Ну и удобной, комфортной, да? Удобной и той, которая вам нравится. Потому что кто-то не приемлет пижамок, кому-то не нравятся футболки, кто-то хочет ходить дома в халате. И в халате, это тоже отдельно про халат поговорим, mm-hmm. потому что халат на самом деле это такая вещь, которую лучше все-таки оставлять для того, чтобы пройти из ванной комнаты в вашу спальню или в гардеробную, где вы будете переодеваться уже в другой домашний наряд. Ты не расслабишься, да, в халате? В халате сидя, как-то... например, на диване. Но если легкий шелк? Легкий шелк, легкий, приятный какой-то халат. Или, например, халат, который вот такой, mm-hmm. видите? Так. Он достаточно чем-то напоминает платье на запах. И вот в этом халате вы не будете выглядеть как в банном. То есть это такой домашний халат, домашняя вещь, в которой вы будете чувствовать себя и комфортно, и стильно, и элегантно. Халат-платье. Угу. Платье-халат. Но есть же такие унисекс, да? Ну, для мужчин. Это для вещь женщин. Все-таки для девушек, для, для женщин. Потому что представляешь мужчину. Нет, ну я видел, я не знаю, как правильно называется, как не кимоно или. Как кардиган, типа такого плана. Такие вещи тоже есть. Есть вот такого плана пижамы, которые достаточно удобные, уютные и комфортные. Они бывают еще и такие более мужского стиля, да. Для того, чтобы и молодые люди тоже могли их надевать. Вот этот вариант женский, да, он все равно где-то здесь у нас маленький такой принт, мы видим, да, маленькие где-то рюшечки, надписи, бантики, рюшечки, да. Бантики. Это все-таки модель для девушек, для прекрасного пола. И в таком изделии будет точно очень комфортно, тепло, если вдруг отопление подубавили, ну, да. Да, и вам хочется такого уюта. Но бывают на самом деле вещи более торжественные, более праздничные, как мы видим на манекене. Вы можете дополнить этот комплект в пижамном стиле украшениями какими-то более акцентными. Тапочками. Тапочками с пушком, да? Да, да. С пушком. Кто-то любит, кстати, про домашнюю обувь тоже нужно отдельно сказать, потому что когда вы подобрали такой образ, следует задуматься о том, какая у вас будет обувь и такие какие-то грубые домашние башмаки точно не подойдут. Или растоптанные тапки. Всегда обращайте внимание на то, что вы надеваете. Анна, ну это про комфорт скорее или про красоту и эстетику? Когда приходят, например, гости к вам, и вы такая, я так всегда хожу. На самом деле это изделие очень комфортное. И важно всегда задумываться о том, из каких материалов оно изготовлено. Потому что если мы говорим про искусственные материалы, не натуральные ткани, то, возможно, вы в них будете сдавать анализ пота. Это совершенно нам не нужно. И выбирайте натуральные ткани, хлопок, шелк. Шелк – это, конечно, такое более дорогое будет изделие, либо пижама, либо, может быть, какая-то ночная сорочка. Но шерстяные из тонкой-тонкой шерсти пижамы тоже будет здорово смотреться. Вот я все-таки хотела акцентировать внимание, а спать комфортнее, удобнее в чем? Спать комфортнее, кто в чем спит. Ученые, да, говорят, кто... без всего. Угу. Ученые говорят без всего. Я в носках люблю, вот, например. Мы уже поняли. Без всего и в носках тоже хороший вариант. Можно взять вот такого плана футболку, если вы любите спать в футболке или в каком-то вот в таком варианте. Но, скорее всего, очень я бы выбирала без пуговиц. Мне нравится. Я очень бы выбирала без пуговиц, точно. Это правильно. Мало ли что. Вдруг у вас длинные волосы, например, они же могут запутаться или еще что-то. Ну, а стильные советы нам сегодня давала Анна Водопьянова, стилист и руководитель собственной школы стиля Image Lab. Первой лицензированной школы в Красноярске и Красноярском крае, выпускающей стилистов и имидж-мейкеров. Кроме глубоких знаний, студенты получают диплом установленного образца.
образца. Не за горами праздники, и если вы хотите войти в Новый год с новым качественно проработанным гардеробом, приглашаем вас на блиц-курс «Имидж Эволюция», который стартует уже 2 декабря и состоит всего из 6 уроков. По окончанию обучения вы точно будете самой яркой звездой на торжестве.